Друзья, всем привет! Сейчас я вам расскажу, почему такое начало у нас. Ну, взяли. В общем, забыл я камеру, телефон, вернее. Пробка, блин. Может, и не стоило бы показывать. Забыл я телефон. И приветствия как такового, ну, как обычно я с вами здороваюсь, снимаю, не было, не получилось, ну, не с чем было снять. Сейчас объясню, где я. Я вчера ходил вот, большой пляж. К сожалению, ничего не нашел. И вот решил в сторону отойти, вот здесь походить. Я тоже такие места люблю, дикие пляжи. Вот здесь вроде как и песочек, и пляжик, но намного меньше людей здесь купается, чем там. Но бывают перспективные. Так что, а думаю, не буду вообще снимать, потому что еще выходил вот туда дальше чуть-чуть. Совсем нет сигналов. Думаю, ну что, вот, пожалуйста, еще один. Что приветствие снимать, что здороваться. Пройду, если что-то будет, покажу. Ну, первый сигнал, и первый сигнал пробка, блин. Ну, давайте уже, если уже начал, значит, будем продолжать. Вот, с первого раза опять не могу взять. То ли высоко, то ли глубоко, то ли катушка. Фактор имеет, большая катушка неудобна. Не пойму, взял, не взял. Нет, не взял. Сейчас посмотрим. Вот эти левые попытки. У нас, слава тебе, Богу. Может быть, даже из-за этого я не мог сразу с первой попытки его и взять. Потому что он на веревочке и, возможно, отплывал. Крестик, друзья. Крестик на обычной веревочке. А крестик, возможно, и серебряный. Да, походу. В общем, давайте выйдем. Я вам находочки эти все. Что здесь будут, все покажу. Вот вам, пожалуйста. Ходил по большому пляжу. Вроде как перспективному. Колечко нашел вчера, но и то оно никакое, то есть бижутерия. А здесь, пожалуйста, вам второй сигнал и крестик. Так, но это уже нормально. Продолжаем. Взяли язычок. Отрывает же кто-то. Продолжаем. Ищу, кстати, металлоискателем Эквинокс 800. Программа Парк 1. Для пресной воды идет нормально, пойдет. Вот эта пленка наклеена, это не вода там, не воздух. Вот. Ничего не делал, ни бокс не ставил, ничего. Если кого интересно, брал. С трехлетней гарантией, если что-то случится, замена бесплатна. Если что-то случится, обязательно вам покажу. И все как меняют, и все как делают. Но пока, тьфу-тьфу-тьфу. 3 года гарантии. Но вот если бок ставить, гарантия пропадает. Понимаете, о чем я? Если, например, что-то случится, вот год пройдет, там чуть больше, да? Только раз, и вам новый меняют. Его не ремонтируют, его просто меняют блок. Так что есть свои плюсы. Конечно, и минусы. Никто не застрахован. Даже суперамфибии текут. А то мне многие пишут, что вот у меня там потек, это он текут. Да-да, я ж не спорю, что это 100%, что он не протечет. Все может быть. Но пока работает. Слава Богу, пусть работает. А гарантия свое сделает. Я знаю, что люди меняют без проблем. Короче, ссылочку на официальный магазин оставлю здесь, под этим видео. Переходите, смотрите, а у нас сигнал. Да, монета 50 копеек, свеженькая. Продолжаем. Сигналов нет, ну, крестик уже есть, уже радует. Пойдемте дальше. Вот так можно бесконечно копать, блин.
со второго раза. А я думаю, сейчас как начну, как стану. 10 копеек. Посмотрите, какой. Вот. Не упало. 10 копеек. Посмотрите, какие черные они. Да, 10? Да, 10 копеек, Украина. Хабарницу и продолжаем. Очередной десюлик. Угу. Ходячка Украина. Хабарница уже полупорванная такая. Один карман вообще нельзя ложить в находке. Дырочка. Нужно аккуратнее с этим быть. Надо хабарницу другую уже. Хотя можно и в карман рубашки. Я тоже так иногда, когда хабарницу забываю, туда кладу. В общем, разберемся. Люди уже купаются, выходят. 10 копеек очередные. Водичка теплая, неимоверно. Взяли. Манитос. Рівна. Большая, красивая рівна Украины. Чуть глубже зашел. Дальше не могу, потому что обрыв. Не с первого раза, но взяли. Если показывать все... Ого, крестик, друзья. Очередной крестик. Второй уже здесь. Все выпало. Не знаю, но похож на серебряный. Выйдем, давайте посмотрим, точно скажу. Потому что так тяжело определить. Да, вода классная. А у нас сигнал. Люди купаются уже вовсю. Это хорошо, что я... 50 копеек давно лежат. Это хорошо, что я в стороне. Мы друг другу не мешаем. Монета. Свеженькие, 50 копеек. Идем дальше. Гривна. Большая, красивая монета. Такие пляжики маленькие, невзрачные бывают. Перспективных, больших, шикарных пляжей. Ну, по-разному. 50 копеек. Раз на раз не приходится, конечно же. Ну вот, немножко еще здесь дойдем. До камыша. Я думаю, что за камышом уже точно. Ну, хотя, у меня разные случаи бывали. Прям под камышом такие были шикарные находки. Это просто не передать. И не раз. Взяли. Монетос. 50 копеек. У нас очередной полтинник. Яму вырыл уже. Из-за чего? Из-за такой, я думал, гривна, 50 копеек. Вот как станешь, как начнешь рыть, как экскаватор, такие ямы остаются. Монета, гривна большая, красивая. Да классные раньше такие были. Сейчас такие мелкие, блин. Даже непонятно. 1, 2 копейки, 4 гривны. 50 копеек. Так, все. Пойдемте. Посмотрим на крестики. Тоже мне очень интересно эта тема. Ветерок поднимается, но это не страшно. Нет, еще не пойдемте. Еще не пойдемте, значит. Пятьдесят копеек. Монета Украины, ходячка. Ну все, выходим, в общем. Быстренько посмотрим с вами находочки. Ну,
не обессудьте, покажу на эту камеру, на экшен. Все-таки хоть что-то, да? Вот такой пляжик был маленький. Пробка, язычок, монеты и два крестика. Вот этот крестик я уже посмотрел. Походу это не серебро. Потому что колечко точно не такое, как на серебряных изделиях, не паянное. Ну, в общем, опять же, если будет на весах, а вдруг, да, значит серебряный. Если нет, значит нет. Ну, а вот это на веревочке, это серебряный крестик. Есть проба на самом колечке. Не знаю, видно вам, не видно на эту камеру, но она стоит. Вот такой крестик. Это серебро. Небольшой пляжик. Все, друзья, пока. Нормально походил. Сердце, главное, успокоил. Золота нет, но мы ищем, и оно обязательно будет. Рано или поздно обязательно будет. Обязательно найдем. Кто ищет, тот обязательно найдет. Всем здоровья, удачи. Увидимся еще. Камеру забыл, на эту снимаю. Да вроде нормально, да? Пока. Подпишись вот сюда. На вот это.